фотографирует себя, себя с девицей, другом и с соседом, себя за гармоникой, с велосипедом, за ужином и за обедом, себя за праздничным столом, себя по окончании школы, на фоне дома и стены, за бора-бора и собора, себя на фоне скакуна. Царь пушки, башни, колоннады, на фоне Пушкина, себя на фоне грота и фонтана, ворота, гробницы Тамерлана, в компании и одного, себя, 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 себя. А для чего? Он пишет, бедный человек, свою историю простую, без замысла, почти пустую, он запечатлевает век, а сам живет на фоне звезд, на фоне снега и дождей, на фоне снов, на фоне страхов, на фоне слов, на фоне ахов, ах, Михаил, и нет его. Запечатлел, потом истлел тот самый, что неприхотливо посредством лиц и негатива познать бессмертие захотел. А он ведь жил на фоне звезд и сам был маленькой вселенной, божественной и совершенной. Одна беда, был слишком прост, и стал он капелькой дождя. Кто научил его томиться, в бессмертие громкое стремиться, в бессмертие скромное входя?